Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов принял решение семьям участников СВО к 1 сентября выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, обучающегося в школе, получающего образование в среднем или высшем учебном заведении, а также посещающего детский сад. Таким образом, расширены региональные меры поддержки семей участников СВО в дополнение к действующим региональным и федеральным мерам, утвержденным президентом Российской Федерации. Пусть наступающий новый учебный год будет для всех деток плодотворным и увлекательным. Очень важно поддерживать наших ребят и их близких и родных, ответил Рашид Тимрезов.